Здравствуйте, почтеннейшие дамы и господа! Сегодняшнее исполнение стихотворения госпожи Гиппиус я адресую всем поклонникам игр. Нам с вами часто говорят о том, что игры – это пустое и бестолковое занятие. Вследствие чего это исполнение также адресуется людям, глубоко убежденным в том, что игры носят резко вредоносный характер. Итак. Совсем неплох и спуск с горы. Кто бури знал, тот и мудрость ценит. Лишь одного мне жаль — игры. Ее и мудрость не заменит. Игра загадочнее всего и бескорыстнее на свете. Она всегда ни для чего, как ни над чем смеются дети. Котенок возится с клубком, играет море в постоянство. И всякий ведал за рулем игру бездумную с пространством. Играет с рифмами поэт, и пена по краям бокала. А здесь, на спуске, разве след? След от игры остался малый. Всем спасибо.